Небольшой минус, солнце и никаких осадков. Идеальная погода для лыжных гонок. В Химках прошла спартакиада среди школьников. Сегодня у ребят спринт. Заявилось 240 человек. Дети бегут 1 километр. А в дальнейшем, кто хочет сдать нормативы ГТО, пробегут 3 километра. Бегут и мальчики, и девочки. Возрастных ограничений нет. На старт вышли как лыжники со стажем, так и спортсмены-любители. Соня и Лиля – ученицы 7-го лицея. Встали на лыжи совсем недавно. Понравилась сама трасса, не понравилось падение на спуске. А у меня лыжи как бы в сторону так, скользко очень, и лыжи начали тоже так коситься в сторону. Как проехали, расскажите? Хорошо, без падений. Неплохо. Спартакиада среди школьников Химок проходит ежегодно. Главная цель не победа, а привлечь как можно больше юных жителей к здоровому образу жизни.